войну. Кто? С этими маршрутками, вот этот новый рынок. Новый рынок? Да. Покровский рынок. Вот. Да, который взял вот это вот все. Все. Господи. Мы уже ждали. А технику территории и построили там рынок, там абсолютно даже к пожарной безопасности он никак не проходит. Я думаю, с вами побеседую. Сейчас штаб развернул здесь, начальник ОВД. С вами тоже со всеми побеседую, чтобы понимание было, что это такое произошло. Сейчас пожарные говорят, они свою версию лаборатории сейчас приехали сюда, будут изучать, чтобы все это будем разбирать. А вот людям там ломики перепутали, что теперь будет? Давайте сначала локализуем, потом будем уже про это думать. Понятно. Понятно. Давайте сейчас это сначала сделаем, локализуем, а потом уже будем думать, как, о чем, о помощи во всем остальном. Точно, чтобы понимание было. Поэтому в одночасье не сделать, сейчас будем локализовывать. Тут тушим 1500 квадратных метров, 1500. Поэтому это очень опасно в центре города. Занимаемся, вот сейчас видите, все службы и силы и средства здесь. Важно, пострадавшие есть? Да. Пока нет. Пока нет никого, поэтому... Скажите, что произошло? 18:30 поступил сигнал на пульте Денисовской службы 01 о возгорании в городе Энгельсе, в торговых рядах, торгового рынка «Феникс». По прибытию подразделений с места пожара был объявлен третий номер вызова. На месте было привлечено 15 единиц техники от МЧС и личного состава 46 человек, и от РЧС Энгельсского муниципального звена 8 единиц техники, 22 человека. На 19:00 локализация места возгорания, площадь составляет 1500 метров квадратных. В ходе проведения тушения было создано 2 боевых участка, была проведена работа звена ГПЗ, пострадавших нет. Выделилась на место прибыла и работает пожарно-спасательная лаборатория для определения причин возникновения пожара. Представьтесь, пожалуйста. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Саратовской области, полковник Рачук. Скажите, а откуда начался пожар и были ли удалось ли установить очевидца возгорания? Как я уже доложил, что работает лаборатория для установления причин пожара. Также здесь работают следственные органы, которые будут разбираться в видах причин. По прибытию на место горела крыша открытым в нескольких местах. Спасибо.